многие, понимаешь, спрашивают президента, почему президент сначала уволил Грачева, потом Лебедя. Я отвечаю, вы вспомните только, что происходило. Зима стояла на носу, пора им было на юг улетать. Жи в России президент, как в сказке. Махнул президент, понимаешь, правым рукавом, и улетел от него лебедь. Махнул левым рукавом и приплыл к нему Рыбкин.